Выходные никак не хотят радовать новороссийцев хорошей погодой. Опять будет холодно. В субботу начнется заморозков. Температура будет от 0 до 3 градусов тепла днем. К обеду поднимется до плюс 6. Северный ветер будет обдувать Новороссий со скоростью 6 метров в секунду. Весь день будет пасмурно, но солнышко все-таки будет проявлять свои лучи изредка. А в воскресенье нет. Весь день будет пасмурно, а к обеду пойдет небольшой дождь. Температура воздуха утром будет плюс 3, к обеду плюс 7 и продержится так до ночи. Юго-западный ветер будет 6 метров в секунду. Но если вы не хотите гулять по такой погоде, а дома сидеть не хочется, то самое время поучаствовать в конкурсе «Моя еда». Условия на блокнот «Новороссийск».